Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре мясорубка Bosch. Итак, на боковой панели видим максимальная производительность 1600 Вт. Выход мяса 1,9 кг в минуту. Итак, посмотрим, что внутри. Внутри у нас, как видите, гарантийный талон от производителя, чек. Также у нас есть инструкция по эксплуатации данной мясорубки. Далее у нас идет подставка для мяса и, собственно, сама мясорубка. Производство Bosch, но собрано в Польше. Итак, посмотрим ее со всех сторон. Как видите, впереди, сбоку ничего. С этой стороны у нас есть кнопка включения, две скорости, первая, вторая, и кнопка реверса. На обратной стороне у нас имеются вот такие вот технические характеристики. Итак, посмотрим, что у нас. Здесь у нас диски для фарша, дополнительные два диска для фарша, мелкие и крупные. Специальный отсек, в котором они хранятся. Положим, закроем назад. Итак, смотрим, что у нас дальше есть в комплекте. В комплекте у нас имеется насадка для колбасок, насадка для кебаб, толкатель для мяса. Это насадка для люля-кебаб. Также имеется сама мясорубка, вот такая вот металлическая. Это предохранительная муфта. Ну, это тоже для люля-кебаб. Так, посмотрим. Как видите, шнек внутри имеется. Здесь предохранительная муфта пластиковая. Открутим. Сеточка для фарша. Нож имеется. Шнек. Нож, как вы видите, двусторонний. То есть его можно ставить любой стороной. Наверняка не ошибетесь. И перейдем, собственно, к тесту. Тест данной мясорубки. Берем мясо и закидываем. Как видите, мясорубка справляется без особых усилий, даже без помощи толкателя. Мясо мелкими кусками, если порезать, закидываете, все перемалывает без проблем. Фарш равномерный. Мясорубка справляется со своей задачей на пятерочку. Теперь испытаем терки, которые у нас в комплекте. Это, например, у нас терочка для морковочки. Как видите, тоже справляется она со своей задачей без проблем. Возьмем сейчас толкатель и поможем ей. Вот таким вот образом морковка у нас натирается в течение нескольких секунд. Итак, друзья, кому понравился обзор,